Вы говорите, что надо. А я ведь так и знал, что вы не спите. Аркадий Иванович Свидригайлов. Позвольте отрекомендоваться. Свидригайлов, какой вздор, быть не может. Вследствие двух причин к вам зашел. Во-первых, лично познакомиться пожелал, так как давно уж наслышан с весьма любопытной и выгодной для вас точки. Во-вторых, мечтаю, что, может быть, не уклонитесь мне помочь в одном предприятии, прямо касающемся интересов сестрицы вашей, Авдотьи Романны. Одного-то меня, вследствие предубеждения, она, пожалуй, и на двор к себе не пустит. Но с вашей помощью, напротив, рассчитываю. Плохо рассчитываете. Оправдывать себя считаю излишним. Но позвольте заявить, что ж в этом деле особенно преступного с моей стороны? То есть без предрассудков, а здраво судя. В своем доме преследовал беззащитную девицу и оскорблял ее гнусными предложениями. Так ли? Но предположите только, что и я человек есть и способен полюбить. Тут уж вопрос, изверг я или жертва? А ну как жертва? Ведь предлагая моему предмету бежать со мной в Америку или в Швейцарию, я, может, самое почтительное чувство при всем питал. И себя еще больше губил, помилуйте. Да совсем не в этом дело, правы вы или не правы. Просто-запросто вы противны, вот и гонят вас, иступайте. Однако ж вас не собьешь. Я было думал схитрить, так нет, на самую точку встали. Но так или так подтверждаю. Никаких неприятностей не было бы, если бы не Марфа Петровна. Марфа-то Петровна, вы тоже, говорят, уходили. И об этом слышали? Как, впрочем, не слыхать? Не знаю, право, как сказать, но моя собственная совесть в высшей степени спокойна на этот счет. Медицинское следствие обнаружило апоплексию, происшедшую от купания сейчас после плотного обеда с выпитой чуть ли не бутылкой вина. Да ничего другого обнаружить не могло. А вы уж думали, что я такой изверг, ретроград, крепостник. Я ведь не такой медведь, как вы думаете. И с Марфой Петровной мы весьма согласно жили, как это ни странно может показаться. А вы по Марфе Петровне, кажется, скучаете. Я? Может быть. Право, может быть. А, кстати, верите вы в привидения? В какие привидения? В обыкновенные привидения. В какие? А вы верите? Да, пожалуй, нет, Проплер. То есть, не то, что нет. Являются, что ли? Марфа Петровна посещать изволит. Как это посещать изволит? Да уж три раза приходила. Наяву? Совершенно. Придет, поговорит и уйдет в дверь. Всегда в дверь, даже как будто слышно. Отчего я думал, что с вами непременно что-нибудь в этом роде случается? Вот. Вы это подумали? Но не сказал ли я, что между нами есть какая-то точка общая, а? Никогда вы этого не говорили. Не говорил? Нет. А мне казалось, что говорил. Давич как вошел и увидел, что вы с закрытыми глазами лежите, а сами только делаете вид. Тут же и сказал себе. Это тот самый и есть. Что это такое тот самый? Про что это вы? Про что? А право не знаю, про что. Впрочем, может быть, вы все лжете про привидения? Я редко лгу. Тогда сходите к доктору. А это я без вас понимаю, что нездоров. Я вас не про то спросил, верите ли вы, что привидение является. Я спросил, верите ли вы, что есть привидение. Нет. Ни за что не поверю. Нет? Вы так думаете? А что, если рассудить? Привидения – это, так сказать, клочки и отрывки других миров. Здоровому человеку их незачем видеть.
Здоровый человек должен жить одной из здешней жизнью для полноты и для порядка. Ну, а чуть заболел. Чуть нарушился нормальный земной порядок в организме. Начинает сказываться возможность другого мира. И чем больше болен, тем соприкосновений с другим миром больше. Если в будущую жизнь верите, то и этому рассуждению можно поверить. Я не верю в будущую жизнь. Это вы сообразите. Тому полчаса назад мы друг друга не знали. Считаемся врагами. Нерешенное дело есть. Мы дело бросили, и Эвана в какую литературу заехали. Ну, неправду я сказал, что мы с вами одного поля ягоды. Сделайте одолжение. Объясните, почему вы удостоили меня чести вашего посещения. Я тороплюсь, мне некогда, я хочу со двора идти. Извольте, извольте. Сестрица ваша, Авдотья Романовна, за господина Лужина выходит, Петра Петровича? Нельзя ли как-нибудь обойти вопрос о моей сестре и не упоминать ее имени? Я же об ней пришел говорить, как же не упоминать? Ну хорошо, говорите, но скорее. Я уверен, что вы об господине Лужине, моем по жене родственнике, уже составили мнение, если хоть полчаса с ним поговорили. Авдотья Романовна, он не пара. Авдотья Романовна в этом деле жертвует собой весьма великодушно и нерасчетливо для своего семейства. Мне показалось, вследствие всего, что я о вас слышал, что вы были бы очень довольны, если бы этот брак расстроился без нарушения интересов. С вашей стороны, это очень наивно. Простите, я хотел сказать нахально. То есть вы этим выражаете, что я хлопочу в свой карман? Ну, если бы я хлопотал свою выгоду, то не стал бы так прямо высказываться. Ну, не дурак ведь я совсем. На этот счет... Извините, я вас прерву. Нельзя ли перейти прямо к цели? Я тороплюсь, мне надо идти со двора. С величайшим удовольствием. Прибыв сюда и решив предпринять некоторый вояж, я пожелал сделать необходимое распоряжение. Дети мои у тетки, они богаты, я им не надобен, да и какой я отец. Перед вояжем, однако, я хочу и с господином Лужиным покончить. Я желаю теперь повидаться с Авдотьей Романовной через ваше посредство и, пожалуй, в вашем присутствии. Объясните ей, что от этого господина не будет ни малейшей выгоды. И, извинясь, предложите ей 10 тысяч рублей. И таким образом облегчите разрыв. Вы действительно сумасшедший. Как смеете вы так говорить? А я ведь так и знал, что вы закричите. Но эти 10 тысяч у меня свободны, то есть совершенно мне не надобны. Не примет Авдотья Романовна, так я, пожалуй, еще глупее употреблю их. К тому же, выходя за господина Лужина, Авдотья Романовна те же деньги берет. Только с другой стороны. Прошу вас кончить. Ну, нет, так нет. Во всяком случае, прошу передать сказанное Авдотье Романовне. Нет, не передам. Тогда, Родион Романович, я принужден буду сам добиваться свидания личного. А стало быть, беспокоить. А если передам, вы не будете добиваться свидания? Видеться один раз я бы очень желал. Не надейтесь. Жаль. Впрочем, вы меня не знаете. Вот, может, сойдемся поближе. Вы думаете, мы сойдемся поближе? А почему бы и нет? Мне все кажется, что у вас есть что-то к моему подходящее. А вы скоро в путешествие отправитесь? В какое путешествие? В вояж-то этот, вы сами сказали. Вояж? Ах, да. Я вам в самом деле говорил про вояж. Ну, это вопрос обширный. Если бы знали вы, однако, о чем спрашиваете. Но с Авдотьей Романовной однажды повидаться очень желаю. Серьезно прошу. Ну-с, до свидания. Да, вот что я забыл, Родион Романович.
передайте вашей сестрице, что в завещании Марфы Петровны она упомянута в 3000. Марфа Петровна распорядилась за неделю до смерти. При мне дело было. Недели через 2-3 Авдотья Романовна может их получить. Ну-с, ваш слуга. Я ведь от вас очень недалеко стою. Кто это был у тебя? Свидригайлов. Кто-кто? Да тот самый помещик в доме, которого сестра служила гувернанткой. Он очень странный и на что-то решился. От него надо Дуню оберегать. Слышишь? Чаю. Надеюсь, путешествие прошло благополучно. Слава Богу, Петр Петрович. И Авдотья Романовна тоже не устали? Я-то не устала, а вот мамаше так тяжело было. Наши национальные дороги весьма длинны. Велика матушка Россия. Я же при всем желании никак не мог вчера поспешить к встрече. Надеюсь, однако, все произошло без особых хлопот. Ах, нет, Петр Петрович, мы были очень обескуражены. И если бы сам Бог не послал нам вчера Дмитрия Прокофьевича, мы бы просто пропали. Вот они, Дмитрий Прокофьевич, разумей. Имел удовольствие вчера. Марфа Петровна умерла, вы слышали? По первому слуху был уведомлен. И даже приехал к вам теперь сообщить, что Аркадий Иванович Свидригайлов немедленно после похорон супруги отправился поспешно в Петербург. В Петербург, сюда? И уж, разумеется, не без целей. О, Господи, неужели он и тут не оставит Дунечку в покое? Особенно тревожиться нечего. Конечно, если сами не пожелаете входить в какие бы то ни было с ним отношения. Ах, Петр Петрович, до какой степени вы меня теперь испугали? Я его всего 2 раза видела. Он мне показался ужасен, ужасен. Это самый развращенный и погибший в пороках человек из всех подобного рода людей. Я уверена, что он был причиной смерти покойницы Марфы Петровны. Насчет этого нельзя заключить. Не спорю, может быть, он содействовал, так сказать, ускоренному ходу вещей. Петр Петрович, прошу вас, перестанем тебя, господине Свидригайлове. На меня это наводит тоску. Он сейчас приходил ко мне. О, Господи! Между прочим, он ищет свидание с тобой, Дуня. У него есть к тебе одно предложение. И кроме того, он положительно уведомил меня, что Марфа Петровна за неделю до смерти успела оставить тебе по завещанию 3000 рублей. Это действительно правда. Слава Богу! Молись за нее, Дуня, молись. Но что он-то хочет предложить Дунечке? Сказал он тебе? Да, сказал. Что же? Потом скажу. Необходимо отправиться по делу. И таким образом не помешаю. Останьтесь, Петр Петрович. Ведь вы намерены были просидеть вечер. К тому же сами писали, что желаете объясниться с маменькой. Я действительно желал объясниться. И с вами, и с многоуважаемой Пульхерией Александровной. Но как и брат ваш не может при мне объясниться насчет некоторых предложений господина Свидригайлова, так и я не желаю и не могу объясниться при других насчет некоторых весьма и весьма важных пунктов. К тому же капитальная и убедительная просьба моя не была исполнена. Просьба ваша, чтобы брата не было при нашем свидании, не исполнена по моему настоянию. Если Роди вас действительно оскорбил, он должен и будет просить вас извинения. Есть некоторые оскорбления, Авдотья Романовна, которые при всей доброй воле забыть нельзя-с. Оставьте эту обидчивость, Петр Петрович. Будьте тем умным, благородным человеком, которым я вас считала и считать хочу. Если вы не помиритесь, я должна выбирать, вы или он. Для вас я должна разорвать с братом, для брата разорвать с вами.
Я хочу и могу узнать теперь, наверное, брат ли он мне. А про вас, цените ли вы ли меня? Дорога ли я вам? Муж ли вы мне? Вы говорите, вы или он? Стало быть, тем самым показываете, как немного я для вас значу. Я не могу допустить этого при отношениях и обязательствах, существующих между нами. Не желаю помешать сообщению секретных предложений Аркадия Ивановича Свидригайлова, которым он уполномочил вашего братца и который, как я вижу, имеет для вас капитальное значение, а может быть, и весьма приятное. Ах, боже мой! Тебе не стыдно теперь, сестра? Стыдно, Роди. Стыдно. Петр Петрович, пойдите вон! Авдотья Романовна, если я теперь выйду в эту дверь при таком напутствии, я уж не ворочусь. Никогда рассчитайте это. Да что за наглость? Я и не хочу, чтобы вы возвращались назад. Вот как-с. Вы связали меня данным словом, от которого теперь отрекаетесь. Но знаете ли, Авдотья Романовна, что я мог бы и протестовать? Чем вы можете протестовать? Опомнитесь, Петр Петрович. Какое право вы имеете так говорить с ней? Оставьте нас совсем. Уйду-с. Одно. Последнее слово. Пренебрегая для вас общественным мнением, я уж, конечно, мог бы надеяться потребовать благодарности. Вы, кажется, совершенно забыли, что я решился вас взять, так сказать, после городской молвы, разнесшейся по всему околотку насчет репутации вашей. Да он что, о двух головах, что ли? Извольте выйти вон. И ни слова более. Иначе... Я одна виновата. Я более всех виновата. Я польстилась на его деньги. Ну, клянусь тебе, брат, я не знала, что он мог быть таким недостойным человеком. Не вини меня, брат. Бог избавил, Бог избавил. Бог избавил. Что сказал тебе Свидригайлов? Да, что сказал? Он хочет подарить тебе 10 тысяч рублей. И при этом заявляет желание тебя однажды видеть в моем присутствии. Видеть? Ни за что. И как он смеет? А что ж ты ему отвечал? Отказал. Тогда он объявил, что будет сам доискиваться свидания. Уверял, что страсть его к тебе была блажью, и что теперь он ничего не чувствует. Не хочет, чтобы ты выходила за Лужина. Вообще же говорил сбивчиво. Он что-то ужасное задумал. Будем следить. Я его выслежу. Глаз не спущу. Мне Родя позволил. Он мне давеча сам сказал, береги сестру. А вы Авдотья Романовна, вы позволите. А все уладится. А главное, что вы здесь все вместе и один другому нужны. Ты еще как нужны. Как, Родя, ты уже уходишь? Куда ты, Родя? Не очень надо. Я хотел сказать, идя сюда, я хотел сказать вам, маменька, и тебе, Дуня, что нам лучше бы на некоторое время разойтись. Я себя нехорошо чувствую. Я неспокоен. Я сам приду, когда можно будет. Я вас помню и люблю. Оставьте меня. Я так решил еще прежде. Когда надо, я сам приду. Или вас позову. Может, еще все воскреснет. Прощайте. Родя! Брат! Что ты с матерью делаешь? Ну ничего, я приду. Я буду ходить.
он сумасшедший. Неужели вы не видите? Сумасшедший. Ничего, ничего, я сейчас. Я так и знал, что ты выбежишь. Воротись к ним и будь с ними. Будь и завтра у них. И всегда я, может, приду, если можно. Прощай. Да что с тобой? Да разве можно так? Да куда ты? Раз навсегда. Никогда ни о чем меня не спрашивали. Нечего мне тебе отвечать. Оставь меня. А их не оставь. Понимаешь меня? Понимаешь теперь? Воротись. Ступай к ним. Это я к вам. Это вы? Господи. Куда к вам? Сюда? Я поздно. 11 часов есть? Есть. Ах да, есть. Сейчас у хозяев часы пробили. Я и сама слышала. Есть. Я вас, может быть, не увижу больше. Вы едете? Не знаю, все завтра. Так вы не будете завтра у Катерины Ивановны? Не знаю. Все завтра утром. Не в этом дело. Я пришел одно слово сказать. Что ж вы стоите? Сядьте. Вон какая у вас рука. Совсем прозрачная. Пальцы, как у мертвой. Я всегда такая была. Когда и дома жили? Да. Ну да. Конечно. Мне ваш отец все тогда рассказал. И про то, как вы первый раз на панель пошли. И как вернулись после. И как Катерина всю ночь на коленях у вашей постели простояла. Катерина Ивановна ведь вас чуть не била в отца. Ох, нет, нет, что вы, это нет. Так вы ее любите? Ее? Да как же? Если бы вы только знали. Ведь она совсем как ребенок. Ведь у нее ум совсем как помешан от горя. А какая она умная была, какая великодушная. Била. Да что бы это? Господи, била. А хоть бы и била, так что ж? Ну так что ж? Вы ничего, ничего не знаете. Она справедливости ищет. Она чистая. Она так верит, что во всем справедливость должна быть. И требует, как ребенок. А с вами что будет? Они ведь на вас остались. Ну и прежде все было на вас. Покойник к вам же на похмелье ходил просить. Ну а теперь вот что будет? Не знаю. Катерина Ивановна в чахотке злой. Она скоро умрет. Ах, нет, 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 нет. На вас все надеется. Говорит, вы теперь ей помощник. Что она где-нибудь немного денег займет. И пансион для благородных девиц откроет. А меня возьмет надзирательница. И начнется у нас новая прекрасная жизнь.
Ведь так верит фантазии. Но разве можно ей противоречить? Ну, а коли вы заболеете, и вас в больницу свезут, ну что тогда будет? Что вы? Этого-то уж не может быть. Как не может быть? Не застрахованы же вы. Тогда что с ними? На улицу? Она будет кашлять и просить, и об стену головой стучать, а дети плакать. А там упадет, в часть свезут, умрет, а дети... Что вы? Бог этого не допустит. Ну, а копить нельзя. На черный день откладывать. Нет. Да, разумеется, чего и спрашивать. Не каждый день получаете. Нет. С Поленькой, наверное, то же самое будет. Нет, нет! Бог такого ужаса не допустит. А других допускает же? Нет, нет. Ее Бог защитит. Бог! Да может и Бога-то совсем нет. Вы говорите, у Катерины Ивановны ум мешается. У вас у самой ум мешается. Поклонился. Я всему страданию человеческому поклонился. Что вы сказали? Да ведь я бесчестная. Я грешница. Великая грешница. Что вы сказали? Не за бесчестие и грех я сказал это про тебя. За великое твое страдание. Что ты великая грешница, то это так. Живешь в этой грязи, которую так ненавидишь. Ведь знаешь сама, да стоит только глаза раскрыть, что никому ты этим не помогаешь, никого ни от чего не спасаешь. Скажи же ты, наконец, ну как это в тебе совмещается? Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить. С ними-то что будет? Так ты очень молишься Богу, Соня. Что ж бы я без Бога-то была? Тебе Бог за это что делает? Молчите, не спрашивайте. Вы не стоите. Все делает. Это откуда? Лизавета, торговка принесла. Я просила. Эту Лизавету, торговку вы знали? Да. Разве вы знали? Ты с ней дружна была? Да. Она справедливая была. Она приходила редко. Нельзя было. Мы с ней читали, говорили. Она Бога узрит. Ее топором убили. Я о деле пришел говорить. Я сегодня родных бросил, мать и сестру. Я к ним не пойду теперь, я там все разорвал. Зачем? У меня теперь одна ты. Вместе пойдем. Вместе прокляты, вместе пойдем. Куда идти? Никто тебя не поймет. Я понял.
Ты мне нужна, потому я и пришел к тебе. Не понимаю. Потом поймешь. Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила, смогла переступить. Ты наложила на себя руки. Ты загубила жизнь. Свою. Это все равно. Но ты выдержать не можешь. Если останешься одна, то сойдешь с ума, как и я. Что же? Что же делать? Господи! Что же делать? Сломать все надо раз и навсегда, да и только. И страдания взять на себя. Что, не понимаешь? После поймешь. Свобода и власть. И главное, власть над всей дрожащей тварью, над всем муравейником. Вот цель! Я, может быть, последний раз с тобой говорю. Если завтра не приду, про все услышишь сама, и тогда припомни эти теперешние слова. Может быть, когда-нибудь потом поймешь, что они значили. Если же приду, скажу тебе, кто убил Елизавету. Да разве же знаете? Знаю. И скажу тебе, одной тебе. Я тебя выбрал. Я не прощения приду просить, а просто скажу. Я тебя давно выбрал, чтобы это сказать. Еще когда отец про тебя говорил, Елизавета была жива, я это подумал. Прощай. А, почтеннейший. Вот и вы в наших краях. Ну-ка, заходите-ка, батюшка. Садитесь-ка. Али, может, вы не любите, чтобы вас называли почтеннейший или батюшка? За фамильярность, пожалуйста, не сочтите. Вот сюда-с, на диванчик. Я вам принес бумажку об часах-то. Вот. Бумажку? Так ли написано? А, так. Так-так. Так-так. Да-да. Точно так. Больше ничего и не надо. Вы, кажется, говорили вчера, что желали бы спросить меня форменно о моем знакомстве с этой убитой. Да? А, да-да-да-да-да. Ну, не беспокойтесь, не беспокойтесь. Время терпит. Успеем-с, успеем-с, успеем-с. А вы курите? Вот с папиросочкой. Знаете, я принимаю вас здесь, а квартира-то моя тут, за перегородкой, казенная. А я на вольной и на время. Поправочки здесь кое-какие нужно было встроить. Теперь почти готово. Знаете, казенная квартира, знаете, славная вещь. Да, славная вещь. Да, славная вещь. Да. Славная вещь. А знаете, ведь существует, кажется, такой прием юридический. Сперва начать с пустячков, с постороннего, чтобы, так сказать, усыпить осторожность допрашиваемого. А потом вдруг огорошить его в теме самым роковым и опасным вопросом. Так. Ну что же вы думаете, это я у вас казенной квартиры и того? А? Порфирий Петрович, вы вчера изъявили желание, чтобы я пришел для каких-то допросов. Я пришел. Мне некогда, у меня дело. Мне все это надоело, слышите ли, давно. Я от этого болен был. Если спрашивать, то не иначе, как по форме. Иначе не позволю. А потому прощайте, так как вдвоем нам теперь делать нечего. Господи. Да о чем вас спрашивать? Время терпит. Терпит. И все это одни пустяки. Я как гостя вас принимаю. А за этот смех проклятый вы, батюшка Родион Романович, меня извините. Нервный человек. Рассмешили вы меня остротой вашего замечания. И ну раз, правда, затрясусь прямо как гумиластик, да это на полчаса. Смешливец. Да садитесь, что вы. А то подумай, что обиделись. Да, фурарочка, отложитесь, точно сейчас уйти и собирайтесь. Право неловко смотреть. Я напротив так рад. Да вы, батюшка, не бежайте, что все время хожусь. Мацион. Мацион мне просто необходим. Геморройс. Все гимнастикой собираюсь полечиться. А насчет допросов и всей этой формалистики, так иногда эти допросы самого допросчика больше, чем допрашиваемо, с толку сбивает. Это вы совершенно справедливо, батюшка, и остроумно сейчас заметить изволили. Право запутаешь. Все одно и то же, как барабан. А уж приемы наши юридические. Так вы в самом деле решили, что я с квартирой хотел того? Иронический вы человек, а? Вы ведь юристы готовились, Родион Романович?
Да, готовился. Ну, так вот вам и примерчик на будущее. Не подумай, чтобы я вас учить о СМИ, а вы на какие вы статьи о преступлениях печатаете. Нет, так в виде факта. Примерчик. Ну, так вот, считай кого-нибудь за преступника. Ну, зачем, спрошу, буду я его раньше время беспокоить? Хотя бы и улики против него имел. Ну, и новый я должен сразу заарестовать. А другой ведь не такого характера, право? Ну, почему бы не дать ему погулять по городу? Вы, я вижу, не совсем понимаете. Поясню. Посади его слишком рано, так я ему этим нравственную опору придам. Смеетесь. А между тем ведь это такс. С иным субъектом особенно, потому люди многоразличны. А улики, батюшка, большей частью о двух концах. Вот что, добрейший Родион Романович, наблюдать следует. Общего случая, на который все наши формы и правила рассчитаны, не существует. Всякое преступление, как только оно совершится, тотчас же обращается в частный случай. Ни на что прежнее не похоже. Это и комические случаи случаются. Здесь весьма важно знать, в какую сторону развит человек. Оставь я иного господина совсем одного. Не бери, не беспокой. Ну, чтобы знал он каждую минуту, что я все знаю, все подноготную, день и ночь неусыпно слежу за ним. Так ведь не выдержит. Сам придет. Будет вокруг меня кружить, 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 кружить. Да так вот в рот ко мне и влетит, а я его и проглочу. А это уж очень приятно. Откровенный человек, как по-вашему. Мне кажется, что вполне. Это какие-то вещи вам за даром сообщаю. Вы, Родион Романович, человек еще молодой. Так сказать, первой молодости. И оттого выше всего ум человеческий цените. По примеру всей молодежи. А натура иногда уж как самый прозорливейший расчет подтекает. Один служит отлично, нехитрейшим манером. Тут бы и триумф. А он хлоп, да в самом интересном, в самом скандалезнейшем месте. Упадет в обморок. Что это вы побледнели, Родион Романович? Не душно ли вам? Не растворить ли окошечко? Не беспокойтесь, пожалуйста. Пожалуйста, не беспокойтесь. Порфирий Петрович, я наконец вижу ясно, что вы положительно подозреваете меня в убийстве этой старухи и ее сестры Елизаветы. Объявляю вам, что все это мне давно уже надоело. Если находите, что имеете право меня законно преследовать, то преследуйте, арестовать, арестуйте, но смеяться себе в глаза и мучить себя я не позволю, слышите вы, не позволю! Господи, да что это с вами, Родион Романович? Не позволю! Родименький отец, да что с вами? Батюшка, потише, ведь услышат и тут. Ну, что мы им скажем, подумайте. Не позволю. Ай-яй-яй-яй-яй. Воздуху, воздуху припустить свеженького, воздуху. Доводиться бы вам, голубчики, спеть, ведь это припадок. И спейте, батюшка, авось поможет. Батюшка. Родион Романович, миленький, испейте немножечко. Вось поможет. Это, голубчик, вы прежней болезни себе воротите. Господи, да кажется, себя не беречь. Видите, Родион Романович, про все ваши подвиги знаю. Обо всем известен. Да вы это к себе с ума сведете, закружитесь. Негодование-то у вас уж очень сильно кипит благородный от полученных обид. Сперва от судьбы, потом от квартальных, вот и мечетесь. Чтобы уж поскорее все разом покончить, потому что надоели вам все эти глупости, все подозрения эти. Ведь так? Угадал настроение-то, а? А? Да садитесь, пожалуйста. Лица на вас нет, да присядьте же, отдохните же, ну садитесь же. Это ведь можно и горячку нажить, когда уж такие поползновения нервы свои раздражать являются, по ночам в колокольчик ходить звонить, да, про кровь расспрашивать. Болезнь, Родион Романович, болезнь. Посоветовались бы с опытным медиком. Это что это у вас толстый-то? Бред это у вас? Это у вас все просто в бреду одном делается. Это было не в бреду. Это было наяву, наяву, слышите ли, наяву! Да, понимаю. И слышу. Да вот хоть бы это обстоятельство. Эх, да послушайте же, Родион Романович, благодетель вы мой. Но вот будь вы в самом деле преступны, или как-нибудь там замешан в это проклятое дело. Ну, стали бы вы сами напирать, что не в бреду все это делали, а напротив, в полной памяти. Это совершенно же напротив, по-моему. Непременно, дескать, в бреду. Ну, так ли? Ну, ведь так. Пошлите во все! Вы отлично знаете, что самая лучшая увертка преступнику по возможности не скрывать, чего можно. Не верю я вам! Какой же вы вертун. С вами, батюшка, не сладишь. Мономания какая-то у вас засела.
Так не верите мне. А я вам скажу, что уж верите. Что уж на четверть аршина поверили. А я сделаю, что поверите на весь аршин. Потому что истинно вас люблю. И искренне вам добра желаю. Вы лжете во все. Я не знаю ваших целей, но вы все лжете! Я лгу. А когда я сам вам подсказывал все средства к защите? Болезнь, бред, разобижен, квартальная. А? Я лгу. Хотя, впрочем, все это отговорки, увертки у них крайне несостоятельны. Болезнь, бред, мерещилось. Все это так, да зачем же, батюшка, именно такие грезы мерещились-то, а не прочие? Могли бы эти прочие, вот что. Одним словом, я хочу знать, признаете вы меня окончательно свободным от подозрений или нет? Говорите, Порфирий Петрович, положительно, окончательно, и скорее, сейчас. Какая комиссия? Да зачем вам так много знать? Ну, как ребенок, дай да подай огонь в руки. Зачем вы сами так к нам напрашиваетесь? Из каких причин? Повторяю вам, что не могу больше переносить. Чего-с? Неизвестности? Не извините меня! Я не хочу, я не дам себя мучить! Арестуйте меня, обыскивайте, но извольте действовать со мной по форме, а не играть со мной! Не смейте! Батюшка, не беспокойтесь по форме, я воспринимаю по-домашнему, по-дружески. Не хочу я вашей дружбы, плюю на нее! Вот же, беру фуражку и иду. Мутка! Что скажешь теперь, коль намерен арестовать? А сюрпризику не хотите посмотреть? Какой сюрпризик? Что такое? Сюрпризик. Вот тут у меня за дверью сидит. Я замок припер. Что такое? Где? Что? Что? Запертас. А вот ключ. Лжешь ты все, полишинель проклятый. Я все понял. Ты дразнишь меня, чтоб я себя выдал. Да уж больше нельзя себя выдать, батюшка Родион Романович. Вы же в выступление пришли. И не кричите. Я ведь людей позову. Ты рассчитал. Группу давай всех сюда, депутатов, свидетелей всех, я готов. Готов. Что там такое? Пусти меня! Не надо. Прочь! Николай! Подождать, что это за беспорядок? Прочь! Виноват. Прочь, прочь. Мой грех. Я убивец. Как ты? Кого ты убил? Алену Ивановну и сестрицу их. Топором. Омрачение нашло. Ты меня что со своим омрачением вперед забегаешь? Омрачение. Ну-ка говори, ты убил? Я топором, а Витька не повинен. И всему тому не причастен. Родион Романович, извинитесь, это к нельзя. Вам тут нечего. Видите, какие сюрпризы. Кажется, этого не ожидали. Да и вы не ждались, ручка-то как дрожит. А? И вы дрожите, Порфирий Петрович. И я дрожусь, не ожидался. А сюрпризик-то не покажете? Говорит, у самого еще зубки во рту один на другой колотится. Иронический человек. Ну-с, до свидания. Ну, маму, так прощайте. О, как Бог приведет, как Бог приведет. Пожалуйста, без стеснения. Мы мало знакомы, но это ничего-с. Любезнейшая Софья Семеновна, случилось мне вчера мимоходом перекинуть слово два с вашей несчастной мамашей. Так ведь, кажется, за место матери приходится вам, Катерина-то Ивановна? Так точно, за место матери. Двух слов достаточно было узнать, что она находится в состоянии, если можно так выразиться, противоестественном. Да, противоестественно. Или проще и понятнее сказать, в больном. Да, с больна. Позвольте спросить. Она вчера говорила, что вы взялись ей пенсион выхлопотать. Бойкая барыня. Она уже и о пенсионе задумала. Да, о пенсионе. Потому она легковерная и добрая, а от доброты всему верит. И у нее ум такой. Извините. Позвольте, вы не дослушали? Да, не дослушался. Насчет пенсиона, хоть и могла бы быть надежда, но весьма эфемерная. Ваш покойный родитель не только не выслужил срока, но даже и не служил совсем последнее время. Так вот, желал бы я чем-нибудь по мере сил быть полезным. То есть, что называется, по мере сил, не более. За этим я и беспокоил вас, моим вызовом сюда. Именно-с. Мое мнение, что деньги нельзя давать в руки самой Катерине Ивановне. Доказательство же всему сегодняшние поминки.
не имея, так сказать, корки насущной пищи на завтрашний день, покупает сегодня ямайский ром и даже, кажется, мадеру и кофе. Это раз в жизни. А ей хотелось помянуть, честь оказать, память. Это она сегодня только так. Завтра же все опять на вас обрушится. Это нелепо. Благоволите принять для интересов родственницы вашей посильную сумму на первый случай от меня лично. Весьма и весьма желательно, чтобы имя мое при всем не было упомянуто. Вот. Спасибо. Бог вам. Бог вас. Спасибо. Я все слышал и все видел. Это благородно. То есть я хотел сказать, Буванна, вы желали избегнуть благодарности. Я видел. А, ну, все это вздор. Если вы, сударыня, позволите себе еще раз сопоставить на одну доску своего дрянного фатеришку и моего папеньку, я лично сорву с вас этот чепчик и растопчу ногами. Вон, вон! Я звал полицей! Петр Петрович, помни хлеб, соль моего папеньки. Защитите хоть вы нас. Внушите вы этой подлой твари, что не смеет она так обращаться с благородной дамой в несчастье, что на это есть суд. Позвольте, позвольте. Я к самому генерал-губернатору, и она ответит. Позвольте, сударыня, я по своей надобности. В ваших распрях, Самарь Ивановна, я участвовать не намерен. А папеньки вашего, как известно вам, я совсем не имел чести знать. Софья Ивановна, кажется, так. Извините, что я, может быть, прерываю, но дело довольно важное. Я даже и рад при публике. Со стола моего, тотчас же вслед за посещением вашим, исчез государственный кредитный билет 100-рублевого достоинства. Ну-с, так как же-с? Я не знаю. Я ничего не знаю. Как истинный друг ваш, прошу вас, ибо лучше друга нет у вас в эту минуту, опомнитесь. Иначе буду неумолим. Я ничего не брала. Вот 10 рублей вы мне дали, возьмите их. Амаль Ивановна, покорнейше прошу вас, пошлите за дворником. Годдарбан, Мартига. Я так и знал, что она воровал. Прошу вас, почтеннейшая Амаль Ивановна, запомнить ваши слова, произнесенные, впрочем, при свидетелях. Как? Вы ее по краже обвиняете? Это Соня-то. Ах, подлецы, подлецы. Как ты смела брать от него эти 10 рублей. Вот! Удержите эту сумасшедшую! Как сумасшедшую? Это я-то сумасшедшая! Дурак! Крючок судейский! Уймитесь, сударыня! И ты тоже, колбасница, вороваль! Уймитесь! Обыщите ее! Обыщите! Ну, ищи! Но если не найдешь, голубчик, ты мне ответишь. Я к государю, я к самому царю побегу, в ноги брошусь! Думаешь, не пустят? Прешь, дойду, дойду. Я слишком вижу, что вы бойкая. Ищи! Ну! Я готов. Но, во всяком случае, затруднительно по причине пола. Если вы с помощью Амаль Ивановны. Пусть кто хочет обыскивать соль. Вывороти им карманы. Смотри, смотри, изверг. Видишь? Теперь другой. Воровка! Вон с квартиры! Их надо в Сибирь погнал! Вон! Это не я. Я не знаю. Я не врала! Соня! Соня! Соня, я не верю! Видишь?
сударыня, да вас этот факт не касается. Никто не решится обвинить вас в умысле или соглашении. Вам же, мадемуазель, теперешний стыд пусть послужит уроком на будущее. А дальнейшее я так и быть прекращаю. Довольно. Как это низко. Какая низость. И вы осмелились меня в свидетели поставить? Что это значит, Андрей Семенович? То значит, что вы клеветник. Вот что значит мои слова. В уме ли вы? Я-то в уме, а вы так мошенник. Ах, как это низко. Вообразите, он сам, он своими руками отдал этот 100-рублевый билет Софье Семеновне. Я видел, я свидетель, я присягу приму. Он! Да вы рехнулись или нет? Да и как вы могли стоя у окна разглядеть бумажку? Вам померещилось на подслепые глаза? Я видел, как вы ей тихонько подсунули. Только я-то, дурак, подумал, что вы из благодеяния подсунули. Андрей Семенович, защитите вы ее. Один вы за нас. Вас Бог послал. Она сирота. Вас Бог послал, Андрей Семенович. Голубчик, бабушка. Дичь вы себя мелите, сударь. Стало быть, я нарочно ей подложил для чего? С какой целью лжете, сударь? Лжете и клевещете на меня. Что общего у меня с этой? Врешь. Зови полицию, я присягу приму. Одного не могу понять, для чего он рискнул на такой низкий поступок? Он жалкий, подлый человек! Снять штаны и выпороть. Проверено в розге. Я могу объяснить, для чего он рискнул. С самого начала я стал подозревать тут мерзкий подвох вследствие некоторых обстоятельств, которые мне одному известны. Прошу всех прослушать. Этот господин недавно сватался к одной девице, а именно к моей сестре. Третьего дня я его выгнал от себя. И он тотчас написал моей матери о характере Софьи Семеновны, то есть с целью поссорить меня с матерью и сестрой. Но вчера я восстановил истину и прибавил, что он, Петр Петрович Лужин, со всеми своими достоинствами не стоит одного мизинца Софьи Семеновны. Произошел окончательный разрыв, и его выгнали из дому. Одним словом, если бы он доказал, что Софья Семеновна воровка, он вполне мог бы поссорить меня с родными. Позвольте пройти. Позвольте, господа. Извольте съезжать, чтобы духу вашего не было больше в моей комнате. Да ведь я и сам сказал вам, Андрей Семенович, что съезжаю. Теперь же добавлю только, что вы дуракс. Желаю вам вылечить ваш ум и ваши подслепые глаза. Я буду преследовать. У скотина! Вон, с квартиры! Марш! Марш! Сейчас вон! Амалия Ивановна, успокойтесь, Амалия Ивановна! Как? Катерина. Мало того, что нас безбожно оклеветали, Катерина. и эта тварь! Сейчас! Успокойтесь, Амалия Ивановна! Как? День похорон мужа! Гонят на улицу с детьми! Господи! Кого же тебе защищать, кроме насир? Господи! Зачем я только тебя-то пришел мучить? Ох, как вы мучаетесь. Вздор. Вот что, Соня, помнишь, я сказал, уходя, что если приду сегодня, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Так вы это в самом деле вчера? Почему вы знаете? Знаю. Так что ж вы меня так пугаете? Погляди-ка хорошенько. Господи! Что вы это над собой сделали? Нет, нет, теперь никого несчастней на целом свете.
Нет. Так не оставишь меня, Соня? Нет, нет, никогда, нигде. За тобой пойду, всюду пойду. На край света пойду. В каторгу за тобой вместе пойду. Да что это? Да как вы такой могли на это решиться? Ну, да что пограбить? Перестань, Соня. Ты был голоден, чтобы матери помочь, да? Нет, нет, не был я так голоден. Я действительно хотел помочь матери. Но это не совсем верно. Не мучь меня, не мучь. Знаешь, если бы только я зарезал из того, что я голоден был, то я бы теперь счастлив был. Ну что тебе в том, если бы я сейчас сознался, что дурно сделал? Зачем тебе это глупое торжество надо мною? Ах, Соня, Соня, ничего ведь ты не поймешь, а только и страдаешься вся из-за меня. Разве ты тоже не мучаешься? У меня сердце злое. Ты это заметь. Этим очень многое можно объяснить. Я потому и пришел, что зол. Есть такие, которые не пришли бы. А я трус и подлец. Не то, не то это все. Ах, люди мы разные. Да это хорошо, хорошо, что ты пришел. Это лучше, чтобы я все знала. Вот что. Я хотел Наполеоном сделаться. Оттого и убил. Понятно теперь? Нет. Ты говори, говори, я про себя все пойму. Поймешь? Ну, посмотрим. Я один раз задал себе такой вопрос. А что, если бы, например, на моем месте случился Наполеон? И не было бы у него, чтобы начать карьеру ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан, а была бы вместо всех этих красивых и монументальных вещей просто-запросто какая-нибудь смешная старушонка-легистраторша, которую вдобавок еще убить надо, чтобы из сундука у ней деньги стащить для карьеры, ты понимаешь? Решился бы он на это. Не покоробился бы от того, что это уж слишком немонументально и грешно. На этом вопросе промучился я ужасно долго. Так что стыдно стало мне, когда я наконец понял, что он не то что не покоробился бы, но ему даже в голову не пришло бы, что это не монументально. Задушил бы и пикнуть не дал, без всякой задумчивости. Вот и я вышел из задумчивости, взял и задушил. По примеру авторитета. Ой, не то, не то. Да разве можно так? Мне надо было тогда узнать и поскорее узнать, вошь ли я, как все, или человек. Смогу переступить или не смогу, осмелюсь ли? Тварь ли я дрожащий или право имею? Убивать! Убивать-то право имеете. Ах, Соня. Черт меня потащил тогда. Слушай, я ведь когда к старухе-то ходил, я ведь только попробовать сходил, так и знай. И убили. Убили. Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел. Разве я старушонку убил? Я себя, а не старушонку убил. Тут таки разом и ухлопал себя навеки. Довольно, Соня, довольно. Оставь ты меня. Экое страдание. Ну что ж теперь делать-то, говори. Как что делать? Встань. Иди сейчас, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил. Поклонись всему свету на все четыре стороны и скажи всем вслух, я убил. Тогда тебе Бог опять жизни пошлет. Донести, что ли, на себя надо? Страдания принять. И искупить себя ими. Вот что надо. Нет, не пойду я к ним, Соня. Замучаешься.
замучаешь. Да и что я скажу? Что убил, а денег взять не посмел, под камень спрятал? Так ведь смеяться будут. Какую муку нести? Так ведь целую жизнь. Целую жизнь. Привыкнул. Я, может, еще наклепал на себя. Я, может, человек, а не вож. И поторопился себя осудить. Вчера я думал, что уж погиб. Сегодня дело поправилось. Нет у них настоящих доказательств. Нет! Во строк меня посадят, наверное. Ничего, посижу и выпустят. Нет настоящих доказательств. Нет. Будешь ко мне во строк приходить? Буду. Буду. Софья Семеновна, вы дома? Я к вам, Софья Семеновна. Извините, там у нас Катерина Ивановна с ума сошла. Они теперь на канаве, очень недалеко, близко. Просто совсем в выступлении окончательно помешалась. Их теперь в полицию возьмут. Хозяйка на нее набросилась чуть не с кулаками. Ну, Екатерина Ивановна тоже спуску не дает. Только похоронила, побежала к начальнику Семена Захаровича, да вызвала его. Да, кажется, еще из-за стола. Можете представить, что там вышло? Ее выгнали, она рассказывает, что она сама его обругала, да еще чем-то в него пустила. Детей бьет, те плачут. Пойдем, не ворочусь! Пойдемте домой! Не ворочусь я назад! Не здоровья! Не ворочусь я! Здоров! К этой пьяной немке пусть все знают! Пойдем! Весь Петербург просит милостыни дети благородного отца, верой и правдой служившего и, можно сказать, умершего на службе! Ах, это вы, Родион Романович! Растолкуйте вы, пожалуйста, этой дурочке, что ничего умнее нельзя придумать, что даже шарманщики добывают, а нас тотчас отличат, узнают. Пойдемте ко мне в ограде! Леня, вы сейчас будете танцевать. Мальбрусса два тенгеры, мирантон, мирантон. Вот, возьмите. Благодарю вас, милостивый государь. Поленька, возьми деньги. Причина, побудившая нас. Вам не хорошо, пойдемте, Катерина Ивановна. Прекратите. Чего тебе надо, на дурак? Защитите нас, сударь. Пойдемте, я вас доведу. Прекратите. Коля, Лени, начинайте. Прекратите. Господи, Санова. Извольте безобразничать. Коля, Леня, куда же вы? Соня, вороти, вороти! Неблагодарные дети! Коля, лови! Сюда несите. Ты их привела, Поля. Глупые, куда же вы побежали? Вот как ты живешь, Соня. Ни разу я у тебя не была.
не привелось. И сосали мы тебя, Соня. Поля, Леня, Коля, пойдите сюда. Ну вот они, Соня, все. Бери их с рук на руки. С меня довольна. Окончен бал. Да опустите же меня, дайте мне спокойно умереть. Это возьму, то есть похороны и прочее, я беру на себя. Этих двух птенцов и эту Поленьку помещу в какие-нибудь сиротские заведения получше. Положу на каждого до их совершеннолетия 1500 рублей капитала, чтобы уж Софья Семеновна полностью была покойна. Да и ее из ома-то вытащу, потому девушка хорошая, не так ли? Ну-с, так вы и передайте Авдотье Романовне, что ее 10 тысяч я так употребил. С какими же целями вы так разблаготворительствовались? Эх, человек недоверчивый. Я ведь вам сказал, что эти деньги у меня лишние. Ну, если просто по-человечеству, не допускайте, что ли? Ведь не вожжа она была, как какая-нибудь старушонка, процентщица. И не помоги я, с Поленькой, наверное, то же самое будет. Почему вы знаете? А я тут через стенку у мадам Реслих стою. Здесь Капернаумов, а там мадам Реслих. Сосед. Вы? Я. И честью могу вас уверить, милейший Родион Романович, удивительно вы меня заинтересовали. Я ведь вам сказал, что мы сойдемся. Предсказал вам это? Вот и сошлись. И увидите, какой я складный человек. Увидите, что со мной еще можно жить. Ждали гости, Родион Романович. Уж извините за самовольное детское вторжение. Давно завернуть собирался. Прохожу, думаю, почему не зайти минут на 5 проведать, а вы в отсутствии. Ну, думаю, одну папиросочку выкурю и пойду. Чем обязан? Объясниться пришел, голубчик, Родион Романович, объясниться. Должен и обязан перед вами объяснением. Странная сцена произошла последний раз между нами. Она, правда, и в первое наше свидание происходила странная сцена, но тогда я, может быть, и очень перед вами виноват выхожу, это я чувствую.
Ведь помните, до чего доходил? Совсем даже уж и неприлично. Я рассудил, что по откровенности теперь действовать лучше. Да, такие подозрения, такие сцены продолжаться дольше не могут. Рассудил нас тогда Миколка, а то бы уж я не знаю, до чего между нами дошло. Да вы... Да что же вы теперь-то? Что теперь? Хочу вам все дотла изложить, как все было, всю эту историю тогдашнюю, так сказать, омрачение. Многое заставил вас перестрадать, Родион Романович. Я не изверг. Понимаю, каково это перетащить на себя человеку гордому, властному, нетерпеливому, особенно нетерпеливому. Признаюсь откровенно, началось все со случайности. С одной совершенно случайности, которая в высшей степени могла и не быть. Далее слухи, старухины отметки на вещах. Все одно к одному, голубчик, Родион Романович. И вспомнил я вашу статейку в журнальце-то, помните? Я тогда поглумился над вами в первое посещение ваше. А теперь я вам скажу, что ужасно люблю, то есть как любитель, эту первую горячую юную пробу пера. Дым, туман, струна звенит в тумане. Статья ваша нелепая и фантастичная, но в ней искренность. В ней гордость юная, неподкупная. В ней смелость и отчаяние. Она мрачная статья. В бессонные ночи она замышляла с подыманием и стучанием сердца, с энтузиазмом подавленным. А опасен этот гордый, подавленный энтузиазм молодежи. Я подумал тогда, ну, с этим человеком так не пройдет. Этот человек сам придет. Коль виноват, так уж непременно придет. Другой не придет, а этот придет. Ну так жду я вас, а вас Бог дает, идете. Ай-яй-яй, ну зачем вам было тогда приходить? Смех-то ваш как вошли, помните? И точно сквозь стекло я тогда угадал. А уж до того, что потом было. 1000 рублей бы дал, чтобы только на вас свои глаза посмотреть, как вы с мещанинишкой шли после того, как он вам убийцу в глаза сказал, и ничего у него спросить не посмели. И зачем вы сами-то в такую минуту пришли? Ведь вас будто кто-то подталкивал, ей-богу. А если б не Миколка? Помните, это же был гром, из тучи громовая стрела. Ну, стрелять я вот на стольчике не поверил, сами изволили увидеть. Нет, уж думаю, Морган Фри, какой ж тут Миколка. Но вы теперь обвиняете Николая. И сами Разумихина в том уверяли. Господин Разумихин? Ну, бог с ним. Что его сюда мешать? А насчет Миколки, угодно ли вам знать, что это за сюжет, как я его понимаю? Это еще дитя, и не то чтобы трус, а так вроде художника какого-нибудь. Невинен. Фантаст. Ко всему восприимчив. Из раскольников у некоего старца под духовным началом был. Но здесь, в Петербург, женский пол, вино. Все забыл, и старцев, и книжки свои. Тут этот случай подошел. Засудят? Ну, знаете, как в народе о нашей юридистике. Оробел, вешаться, бежать. И потом, видимо, в остроге уже старец вспомнился. Слова его. Пострадать надо. Ну и решил принять страдания. Нет, батюшка Родион Романович, тут не Миколка. Тут дело фантастическое, мрачное, современное. С книжней мечты, с теоретически раздраженное сердце. Дверь за собой забыл притворить, а убил. Двух убил. По теории. А то вот еще. Убил, да за честного человека себя почитает. Бледным ангелом ходит. Какой уж тут Миколка, батюшка Родион Романович. Тут не Миколка. Так кто же убил?
Как кто убил? Да вы убили, Родион Романович. Вы и убились. Вы меня, Родион Романович, кажется, не так поняли, а оттого изумились. Я именно пришел, чтобы уж все сказать и дело повести на открытую. Это не я убил. Нет, это вы-с, Родион Романович, вы-с и некому больше. Опять вы за старое, Порфирий Петрович. Все те же ваши приемы. Как вам не надоест в самом деле? Полноте. Что мне теперь приемы? Без свидетелей, один на один шепчем. Сами видите, что я не с тем пришел, чтобы ловить или гнать вас, как зайца. Признаетесь, аль нет, мне все равно. Про себя-то я без вас убежден. Коли так, зачем пришли? Зачем мне берете вас трое? Ну, во-первых, взять так прямо под арест мне невыгодно. Как невыгодно? Коли убеждены, так должны. Что ж ты убежден? Это ведь пока не с моей мечты. Одна психология, а... Кроме этого, у меня против вас нет ничего пока. Вследствие чего я пришел с открытым прямым предложением учинить явку с повинную. Вам это будет бесчисленно выгоднее. Да и мне выгоднее, потому что с плеч долой. Откровенно или нет с моей стороны? Послушайте, Порфирий Петрович, ну а если вы ошибаетесь? Нет, не ошибаюсь, Родион Романович. Я отсрочивать больше не имею права. Посажусь. Рассудите, мне теперь все равно. А следственно, я единственно только для вас, Родион Романович. С какой стати мне являться с повинной? Какая мне выгода? Как какая выгода? Да известно ли вам, какая вам за это вас последует сбавка? Ведь вы, когда явитесь-то, в какую минуту рассудите? Когда другой уж на себя преступление принял и тем все дело спутал. А я вам, вот самим Богом клянусь, там так все по делу и устрою, что ваша явка выйдет будто совсем неожиданная. Всю эту психологию мы уничтожим, все подозрения на вас в ничто обращу. Так что ваше преступление вроде какого-нибудь помрачения представится. Потому по совести оно помрачение и есть. Я честный человек, Родион Романович, я слово сдержу. Не стоит. Не надо мне совсем вашей сбавки. Не брезгуйте жизнью. Много еще впереди будет. Как не надо сбавки? Как не надо нетерпеливый человек? Чего впереди много будет? Жизни? Вы что за пророк? Много ли знаете? Вас, может быть, Бог на этом и ждал. Сбавка будет. Вы когда меня думаете арестовать? Ну, денька полтора или два. Могу еще дать вам погулять. А ну как я убегу? Нет, не убежите, Родион Романович. Ведь вы вашей теории-то больше не верите, с чем убежите. Да и что вам в бегах? В бегах гадко и трудно. Нет, не убежите, Родион Романович. Вам без нас нельзя обойтись. Убежите, так воротитесь. Нет, не убежите, Родион Романович. Прогуляться? А, вечерок будет хорош. Только вот грозы бы вот не было. А, впрочем, и лучше, как бы освежило. Вы, Порфирий Петрович, пожалуйста, не заберите себе в голову, что я вам сегодня сознался. Слушал я вас из одного любопытства. Я вам ни в чем не сознался, запомните это! Ну, ты уже знаю, запомни, голубчик, не беспокойтесь. Погуляйте немножко. Только слишком-то уж много. Нельзя гулять. Есть еще просьбица. Щекотливенькая она, а важная. Если... То есть на всякий случай, чему, впрочем, я не верю и считаю вас неспособным, но так, на всякий случай. Если бы вам пришла вдруг охота в эти 40-50 часов как-нибудь... Дело покончить иначе, фантастическим каким образом. Ручки этак на себя поднять. Предположение нелепое, ну да уж вы мне его простите. То оставьте краткую, но обстоятельную записочку. Так, две строчки. Две только строчечки. Благороднее будет.
Ну-с. До свидания. Добрых мыслей, благих начинаний. Пойдемте скорее. Я не хочу, чтобы Родион Романович знал о нашем свидании. Теперь нас брат не увидит. Не скрою, меня заинтересовало ваше письмо. Но дальше я с вами не пойду. Скажите мне все здесь. Во-первых, этого никак нельзя сказать на улице. Во-вторых, вы должны выслушать Софью Семеновну. В-третьих, я хочу вам показать кое-какие любопытные документы. Не согласитесь, я тотчас ухожу. При этом попрошу не забывать, что весьма любопытная тайна вашего возлюбленного братца находится совершенно в моих руках. Чего вы боитесь? Город не деревня. Да и в деревне вы сделали вреда больше мне, чем я вам, а тут... Софья Семеновна предупреждена? Нет. Я не говорил ей ни слова. И не совсем даже уверен, дома ли. Впрочем, вероятно, дома. Я живу вот здесь. Вон и дворник из нашего дома. Видит, что я иду с дамой. Успел заметить ваше лицо, а это вам пригодится, если вы меня подозреваете. Извините, что я говорю так грубо. Чего вам бояться, как ребенку? Или я уже так страшен? Хотя я и знаю, что вы человек без чести. Но я вас нисколько не боюсь. Идите вперед. Вот ваше письмо. Разве возможно то, что вы пишете? Вы намекаете на преступление, якобы совершенное моим братом. Вы совершенно ясно намекаете, теперь не смеете отказываться. Вы обещали доказать, говорите же. Но знаете заранее, я вам не верю. Зачем же вы пришли? Из любопытства? Не мучите меня. Говорите. Вы храбрая девушка. Впрочем, у вас все божественно. Что же касается вашего брата, так что я вам скажу? Вы сейчас его видели сами. Каков? Ну, не на одном же этом вы основываете. Нет, не на этом. А на его собственных словах. Он убийца. Он убил старуху-чиновницу, процентщицу, которой сам закладывал вещи. Убил и сестру ее, Лизавету Торговку, нечаянно вошедшую во время убийства сестры. Он сам все это передавал Софье Семеновне, которая одна и знает секрет. Будьте покойны, она его не выдаст. Этого быть не может. Быть не может. Нет никакой причины, ни малейшей. Никакого повода. Это все ложь. Ложь, ложь. Он ограбил. Вот и вся причина. Правда, не воспользовался ни деньгами, ни вещами. Но это потому, что не посмел воспользоваться. Да разве вероятно, чтобы он мог украсть, ограбить? Ведь вы же его видели, знаете. Он не может быть вором. Разумеется, я бы сам не поверил, если бы мне передали со стороны. Но своим собственным ушам я поверил. Ну какие же причины? Дело длинное, Авдотья Романовна. Тут как бы теория, что единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша. Прибавьте раздражение от голода, от тесной квартиры, от рубища, положение сестры и матери, пуще же всего тщеславие. Гордость и тщеславие. А угрызение совести? Вы, стало быть, отрицаете в нем нравственное чувство? Разве он таков? Ах, Авдотья Романовна, теперь все помутилось. То есть, впрочем, оно, собственно, никогда в порядке особенного не было. Так ведь русские люди, широкие люди, Авдотья Романовна, широкие, как их земля.
и чрезвычайно склонны к фантастическому и беспорядочному. Помните, как мы в этом же роде переговорили по вечерам? Вы очень бледны, Авдотья Романовна. Я хочу видеть Софьину. Куда пройти к ней? Куда пройти к ней? Может быть, она и пришла. Я хочу видеть ее сейчас. Пусть она. Софья Семеновна не воротится до ночи, я так полагаю. А, так ты лжешь. Я знаю, ты все лгал. Я тебе не верю. Не верю. Авдотья Романовна, успокойтесь. Хотите, я отправлю его за границу. Я в 3 дня достану билет. Куда вы? К нему. Где он? А чего эта дверь заперта? Когда вы успели запереть ее на ключ? Ну, куда вы такая пойдете? Вы его только выдадите. Знаете, что уж за ним следят. Уж напали на след. Подождите, его еще можно спасти. Разве его еще можно спасти? Все от вас зависит. От вас одной. Одно ваше слово, и он спасен. Я его спасу. Зачем вам Разумихин? Я вас так же люблю. Я вас бесконечно люблю. Дайте мне край вашего платья поцеловать. Дайте, я не могу слышать, как оно шумит. Я все сделаю, я невозможное сделаю. Не смотрите на меня. Не смотрите на меня так, знаете ли вы, что вы меня убиваете. Отворите! Отворите же! Неужели никого нет? Никого. Хозяйка ушла, и напрасный труд так кричать. Только себя волнуйте понапрасну. Где ключ? Отвори, отвори сейчас же дверь, низкий человек. Ах, вот как. Ну что ж, это совершенно меняет ход дела, Авдотья Романовна. Ба, и револьвер-то мой, деревенский. А я-то его искал. Не твой, а Марфа Петровна, которую ты убил, злодей. А вы твердо уверены, что я убил? Ты. Ты мне сам намекал. Говорил о яде. Я знаю, ты за ним ездил. У тебя уже все было готово. Это ты. Непременно ты. Подлец. А если бы даже и так, так из-за тебя же. Все-таки ты же была бы причиной. Лжешь, я тебя ненавидела всегда, всегда. Авдотья Романовна, видно, забыли, как в жару пропаганды уже склонились и млели. Я по глазкам видел. Помните, вечером-то, при луне-то, соловей-то еще свистал. Не смей приближаться ко мне. Я выстрелю. Так стреляй. Промах. Стреляйте еще. Я жду. Отпусти меня. Значит, не любишь и не можешь никогда? Никогда. Вот ключ. Берите и уходите скорее. Скорее.
Софья Семеновна. Сядемте, Софья Семеновна. Я, Софья Семеновна, может, в Америку уеду. А так как видимся мы с вами, вероятно, в последний раз, то я пришел кое-какие распоряжения сделать. Деньги на сестриц и братца вашего выданы мной под расписки в верные руки. Вы, впрочем, эти расписки возьмите себе. Так, на всякий случай. У нас теперь это кончено. Вот 3 5-процентных билета всего на 3000. Вы это возьмите себе. Собственно, себе. И пусть это так между нами и будет. Чтобы никто не знал, что вы там не услышали. Я вам и так облагодетельствована. И сирота, и покойница. Что, если до сих пор я мало вас благодарила, то не сочтите. Ну-ну-ну, полноте, полноте. А эти деньги, Аркадий Иванович, но ведь я теперь в них не нуждаюсь. Я себе одно завсегда прокормлюсь. Не сочтите неблагодарностью, но эти деньги... Вам, Софья Семеновна. И, пожалуйста, без особенных разговоров. А вам понадобится. У Родиона Романовича две дороги. Пуля в лоб. Или по Владимирке. Не беспокойтесь, я не болтун. А этого хорошо его учили. Чтобы он сам на себя пошел и сказал. Это ему будет гораздо выгоднее. Ну, а выйдет Владимирка. Он по ней, а вы за ним. Ведь так? Ведь так? Ну, значит, деньги понадобятся. А до тех пор подальше спрячьте. Как же вы? Как же вы теперь в такой дождь пойдете? Ну, в Америку собираться до дождя бояться. Прощайте, голубчик Софья Семеновна. Живите. И много живите. Вы другим пригодитесь. Никого нет? А вам кого? О, слыхом не слыхать, видом не видать, а русский дух, как это там в сказке? Мое почтение. К нам? По какому? Если по делу, то рано пожаловали. Я сам по случаю. А впрочем, чем могу? Я признаюсь вам, как, извините... Раскольников. Ну что, Раскольников, неужели вы могли предположить, что я забыл? Родион... Родионыч, так кажется? Родион Романович. Ах, да, Родион Романович, прошу вас. Признаюсь вам, я искренне горевал, что у нас тогда с вами. Но мне потом объяснили. Молодой литератор, даже ученый, так сказать, первые шаги. А я и моя жена, мы оба уважаем литературу. А жена тогда же до страсти.
литературу и художественность. Признаюсь, я хотел было пойти к вам и объясниться, да подумал, может, вы... Однако же не спрошу, вам и в самом деле что-нибудь надо? К вам, говорят, родные приехали? Да. Мать и сестра. Не имел даже честь и счастье встретить вашу сестру. Образованная и прелестная особа. А что я вас тогда по поводу вашего обморока некоторым взглядом окинул, то она потом самым блистательным образом разъяснилась. Изуверство и фанатизм. Понимаю ваше негодование. Я могу быть официальным лицом и при должности, но гражданина и человека я всегда ощутить в себе обязан и дать отчет. Ну, но, положим, жажда к образованию неумеренная. Ведь просветился и довольно. Нельзя же злоупотреблять. Там сколько самоубийств распространилось, представить не можете. Нил Павлович! А, Нил Павлович? Да? Как его джентльмен, о котором сообщали давеча, застрелился на Петербургской? Свидригайлов. Свидригайлов? Свидригайлов застрелился? Как, вы знаете Свидригайлова? Да. Знаю. Он недавно приехал. Ну да, недавно приехал. Жены лишился. Человек поведения забубенного. И вдруг застрелился. Это так скандально, представить нельзя. Деньги, говорят, имел. А вы как же изволили знать? Я знаком. Моя сестра у них в доме жила гувернанткой. Ну вот, вы опять как будто побледнели. Ведь у нас здесь такой спёртый дух. Да, мне пора. Извините, обеспокоил. Помилуйте, доставили удовольствие. До свидания. Забыли что-нибудь? Это я. Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру Елизавету топором. Я ограбил.